Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я закрываю вишневое варенье на зиму. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Посмотрите, какое варенье очень вкусное. Натуральное, оно без варки. Свои витамины тут сохранены. Итак, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как сделать вкусное варенье на зиму. Теперь для этого нам нужна вишня. Смотрите, вот такая вишенка. Я ее уже почистила от косточек. У меня было 9 килограмм. И вот смотрите, сколько у меня косточек вышло. Видите? Вот так вот очищаете. И дальше берете сахар. То есть сахар я всегда ложу на вкус. То есть специально вот такого прям граммажа у меня нету. Засыпаю сахар. Ну, где-то у меня тут 8-7,5 килограмм точно есть. Сюда насыпаю я ровно 1,5 литра сахара. Перемешиваю и пробую на вкус. Так вот, я перемешала, по вкусу я проверила, не хватает еще чуть-чуть сахара, то есть добавляю еще где-то 800 грамм сахара. Я просто не люблю слишком сладкое варенье, поэтому я не буду добавлять много. Хорошо, перемешиваем. И все, наше варенье готово. Теперь нужно его хорошенько перемешать, чтобы растворился весь сахар. Я его не варю, чтобы сохранить витамины. Дальше я беру вот такие вот пластиковые, емкость и укладываю все сюда. Сейчас я все наложу, потом покажу еще. Вот я залила в 2-литровые емкости. И в таком виде отправляем его в морозильник. И все, наше варенье на зиму готово. Варенье будет очень полезно, потому что оно не варилось. А те, кто у меня его пробовали, просто были без ума от такого варенья. Я всем вам желаю попробовать. Всем пока. Вот посмотрите, это у меня вот замороженное варенье. А это у меня только вот свежие. Я хочу вам показать, чтобы вы посмотрели. Вам нужно просто разморозить его и есть.